меня почему-то дома переменно отключают. То горячую воду, то холодную воду, то обе воды, так сказать, одновременно. Причем, как назло, это происходит в самый жаркий период моей жизни, если так можно выразиться. Ну, я думаю, вы все сейчас это ощущаете, у многих он очень жаркий сейчас этот период. Мне кажется, ничего плохого на самом деле.